Привет. Ты меня не забыл? Я бы не посмел тебя забыть. Флёр. Да, я помню. Ну что ж, столик уже заказан. Да. Отлично. У нас новая сотрудница. Поприветствуем ее. Рад знакомству. И я рада. Очень приятно. Бен успешен. Если кто-то и может продать этот продукт нашей целевой аудитории, то только этот жулик. У него есть все. Люблю свою жизнь. Ты встречаешься с известной теннисисткой? Нет, мы не встречаемся. Ты спал с Катериной? Нет, я не спал с вашей дочерью. Соблюдайте тишину. Но вдруг... Завтра я выступлю с речью. В школе? Я в ней учился. Помнишь, Алекс? Есть вопросы к Алекс? Она защищает права людей. Видел бы ты ее имейл. Тебе нравятся эти эксгибиционисты? А тебе? Нет, конечно, неудачно пошутил. В школе ты меня не замечал. Конечно, замечал. Я живу на другом полушарии, но не хочу улетать. Я встречаюсь с девушкой больше 3 месяцев. Дай мне немного больше времени. Ты уже не подросток. Ты должен был сказать «не уходи». От создателей фильма «Замок». Может, она та единственная? Единственных нет, ты сам их выбираешь. История одного парня. Хочешь сделать ей предложение? Я не уверен, что готов. Тебе уже 27. Он жил своей жизнью, пока не встретил ее. За Бена! Жизнь коротка, а любовь вечна. Джошуа Лосон. Рэйчел Тейлор. Никто не ожидал от меня такого. Что бы ни случилось, я всегда буду с ней. Все, кроме любви.